Первый в мире центр бадминтона появится в Казани. Сегодня на месте строительства будущего комплекса установили памятный знак. В торжественной церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Миниханов и председатель Счетной палаты России Сергей Степашин. Поднимется ввысь спорт-объект рядом с Академией тенниса. Планируется, что спортсменов он принят уже в 2014 году. Тогда Казань станет площадкой для проведения чемпионата Европы по бадминтону. Всегда любили бадминтон в той или иной форме, но вот так серьезно мы начали заниматься, наверное, 3 года назад или 4 года назад. На самом деле есть результаты, есть успехи. 2014 год – это год, когда мы будем проводить чемпионат Европы в Казани. Поэтому это здание должно появиться к 2014 году. Я абсолютно убежден, что сроки, которые начертаны вот здесь, когда будет построен первый в мире бадминтон-центр, который еще будет работать и на коррекцию зрения, что очень важно. В мире, Рустам Нургалиевич, в мире это будет первый центр, поэтому он должен быть лучшим. И то, что он будет построен, я уверен. И то, что от бронзовых медалей, которые впервые завоевала сборная нашей страны на Олимпиаде, мы пойдем дальше к золотым.